части, из которых состоит детский урок. Часть первая. Good afternoon. Good afternoon. How are you today? I'm good. What did you do after? I ate. Mm-hmm. Did you have breakfast? I had breakfast. Okay, good. What did you have for breakfast? For breakfast, I have egg. Egg. One two, egg. Two eggs. Two eggs. Okay, that's fine. Часть вторая. И первая профессия у нас была какая? Teacher. Teacher. Okay. Teacher это учитель. Okay, good. И давай сразу как-нибудь используем. Может быть, что-нибудь скажешь про teacher? You are teacher. You are a teacher. You are good teacher. Oh, thank you. Thank you so much. Okay, good. Часть третья. So, the new profession will be pilot. Good. Окей, okay. Тренируем произношение этого слова. Я называю слово, ты повторяешь за мной, окей? Pilot. Pilot. Еще разочек. Pilot. Pilot. Okay, good. И теперь наша с тобой задача, как мы всегда это делаем, составить несколько словосочетаний или предложений с этим словом. Давай попробуем. Можно попробовать описать картинку или можно... It is a good pilot. It is a good pilot. Отлично. Часть 4.